Здравствуйте! Сегодня расскажу вам о препарате нистатин. Нистатин выпускается в виде таблеток, содержащих по 250 тысяч и 500 тысяч единиц. Действующее вещество – нистатин. Относится к кишечным противомикробным средствам, антибиотикам. Нистатин действует на патогенные грибы, паразитарные грибки, вызывающие заболевания человека, и особенно на дрожжеподобные грибы рода кандида, а также на аспергиллы. В отношении бактерий неактивен. Применяют нистатин для профилактики и лечения заболеваний, вызванных дрожжеподобными грибами рода кандида. Кандидоза – грибкового заболевания, вызываемого дрожжевыми грибками, слизистых оболочек, рта, влагалища и других, кожи и внутренних органов, желудочно-кишечного тракта, легких, почек. С профилактической целью назначают для предупреждения развития кандидоза при длительном лечении препаратами пенициллина и антибиотиками других групп, особенно при пероральном применении антибиотиков тетрациклинового ряда, левомицетина, неомицина и других, а также ослабленным и истощенным больным. Принимают так. Препарат назначают внутрь в таблетках. Взрослым дают по 500 тысяч единиц 3-4 раза в день или по 250 тысяч единиц 6-8 раз в день. Суточная доза 1,5 миллиона 3 миллиона единиц. Средняя продолжительность лечения 10-14 дней. Таблетки проглатывают, не разжевывая. При поражении слизистых оболочек полости рта, глотки и пищевода таблетки помещают за щеку, не разжевывая, до полного рассасывания. В количестве 500 тысяч единиц 3-4 раза в день после еды. Противопоказаниями является гиперчувствительность к компонентам препарата, нарушение функции печени, панкреатит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, беременность, лактация. Спасибо за просмотр, будьте здоровы! Если понравилось видео, ставьте лайк. Подпишись на канал, и твоя аптека всегда будет под рукой.